Смотри, а вчера было собрание, женщины что-нибудь пишут? Пишут, ну, в общем, не сказать, что много пишут, что ротации никакой не будет, потому что вооруженные силы нашей Российской Федерации по закону не ротируют, ротирует только Росгвардия. Нет, военнослужащие все там. Все. Потом сказали, что очень много ребят приезжают в отпуск, типа ваше командование договорилось, что ходить в отпуск по очереди. Но, говорит, многие ребята, но есть ребята, которые не возвращаются, приезжая сюда. С ними ведется индивидуальная беседа, и если они не едут обратно, их увольняют по статье. Вот так вчера девушка написала. Мосты все разъебали. Все. Теперь не въехать, не выехать нельзя. Да. И там что-то придумывают, и все отпуска остановили, все передвижения по нулям. Все. Ну, сказали, что вот этот мост один, ну, на букву А, я не знаю, ты знаешь его, нет, я не буду говорить на всякий случай. Да, да, но его вроде как бы уже восстановили. Залатали. Восстановили, он пополам развалился и упал в речку.